В Ульяновске впервые провели диктант победы. Это всероссийская акция «Правила написания схожи с ЕГЭ». Задание также находится в специальном конверте. В конверте тесты закрытого и открытого типа на знание основных событий Великой Отечественной войны. Сегодня мы проводим диктант победы. Диктант победы – это мощнейший воспитательный ресурс. И, конечно, он займет очень важное место в системе воспитательной работы. Потому что каждый человек должен знать свою историю. И особенно такую важную веху в ней, как победа в Великой Отечественной войне. Большинство из желающих писать работу в основном – молодежь. Тем не менее, есть и взрослые. Прежде чем открыть конверт с заданием, участников акции напутствовали те, кто знает о войне не понаслышке. Ветераны, пусть и другой афганской войны. Я решил принять участие в историческом диктанте, посвященном одному из величайших праздников в истории нашей страны – Дню Победы в Великой Отечественной войне. Я считаю, что этот диктант очень важен для подрастающего поколения, так как дает возможность продемонстрировать свои знания о войне и ее героев, защищавших рубежи нашей Родины. Специально учащиеся не готовились. Кирилл рассказал, что он говорил с прадедом, читал книги и смотрел документальные фильмы о войне. Это, как он считает, и есть подготовка. Историю нужно познавать постоянно и везде, не только на уроке или в учебнике. Результаты экзамена будут известны 9 мая. Павел Половов, Юрий Ломатов, новости Ульяновской правды.